Неплохой был день. Если так пойдет, Насау станет первым городом, где люди будут жить вольно, как велел Господь. Нужна лишь пара капель крови и пота, да клочок ткани. Мы не ходим ни по чьими цветами, не забывай. Этот черный флаг — лишь знак твоей приверженности свободе человека. Теперь он твой. Не опозорь. Клянусь. Верни-ка мне мой список. Нашей республике, кроме золота, еще понадобятся пушки. Нужно атаковать флот. Если это будут люди Филиппа, наш король не будет оскорблен. Ты, должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалить. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь сколько вздумается, капитан Кенуэй. Вроде оторвались, сэр. Военный брик на горизонте! Зоркий глаз, друг! Ты готов, Кенуэй? Этот корабль без боя не сдастся! Кто за то, чтобы взять брик? Крикните «Да!» Это я и ждал услышать! Готовимся к бою! Все к пушкам! Осторожнее с ними, парни! Могут протаранить или обстрелять с борта! Опробуем на них бочонки с порохом, или как? Да, это мысль! Готовы, сэр! Мы мигом, сэр! Готовы, сэр! Осторожней, капитан! Марселя! Брамселя! Фом Брамселя! Лиселя! Фом Брамселя! Залп! Хороший залп нам поможет! Готов к бою, сэр! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все паруса, парни! Залп! Это корабль, Пли! Спустить бомбу Брамселя и Брамселя! Пли! К ним подходят еще силы! Уходят! Стреляйте по ним цепными! Абагасте! Отдать все! Вперед! Пли! Пли! Ждем приказа! Зам! Нас задели, кэп! Меняем курс! Там скалы! Снаряды помешают им нас продавать. Пли! Пли! Готовы, сэр! Меньше ход! К бою готов, сэр! Нас сильно задело, сэр! Пли! Еще чуть-чуть, сэр! Только скажите, как! Сэр! Свободу гротам! Еще парусов! Пли! Стреляйте вон туда! От им и дорога! Пли! Пли! Стреляйте прямо туда! Убавить веселя! Держитесь ближе, не протаранят! Мы столкнем! Этот отсек надо перестроить! К бою готов! Пли! Слово! И кинем крюки! Еще паруса отдать! По местам! Отдать гроты!
Ну-ка, порубим их на куски! Вперед, парни! Наваляйте им! И познакомьте с британской сталью! Мы станцуем на ваших костях, мертвецы! Назад их! Теперь нам хватит материалов, чтобы улучшить корабль, сэр. Гроты отдать! Вперед! Отдать гроты, парни! Пустить промселя и бомб промселя! Справа! Этот бедняга выжил! Свежатинка, сэр! На реи! Спустить паруса! Поохотимся! Убрать! Убрать! Начинаем! Мы его держим! Держись, парни! Не нравится? Ха! Тварь ранена! Яблочко! Вот черт! Где же он? Идет на нас! Спереди! Держись! Парни, берегись! Прямо по курсу! Попал, Кэп! Потянул! В яблочко! Пора кончать, Кэп! В яблочко! Какая громадина! Браво, капитан! С паруса отдать! Круче к ветру!
Чтоб каждый парус наполнился ветром! Все паруса отдать! Ждем приказа, сэр! Живее, подонки! Корабль! Пушки готовы! Это Брик! Это испанцы! Готов к бою, сэр! Бли! Что угодно, только не таран! Бли! Рифить все марселя! Отдать гроты по ветру! Фор-марсель отдать! Стреляю! Держись! Штурвал, сэр! Пойдет на таран, спускаем снаряды! Все, кроме гротов! Тут часто... Марселя! Брамселя! Бомбрамселя! Лиселя! Поднять все паруса! Стреляют! Если пойдут на таран, нам отлично помогут снаряды. Могут их заметить. Держитесь! Салп! Убавит ли селя? Осторожнее, Эдвард. Они слишком близко. Нужно время и древесина. Бли! Бли! Ударим по ним здесь, Кэп. Салп! Бли! Там у него уязвимое место, сэр. Салп! Бли! Ударим по ним здесь, Кэп! Стреляют! Еще паруса отдать! Бли! Они открылись! Ударьте-ка по ним, сэр! Готовы, сэр! Еще удары по тоне! Пойдем рыбам на ужин, капитан! Бли! Жду приказаний! Хороший залп нам поможет! Бли! Готовы, сэр! Он идет ко дну! Пойдет на таран, спускаем снаряды! Бли! 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 Заряжаем! Сау! Корабль гибнет, Кенуэй! Сау! Все паруса отдать! Марсели, Брамсели отдать! Бли! Только скажите, Кэп! Меньше ход! Грот к ветру! Брамсели убрать! Паруса отдать! Паруса бросок! Нагитовы! Тащи их сюда! Сейчас поцелуйся с моей саблей! Сюда!
Вот так бойня. Что в итоге? Выгодная сделка, точно. Теперь самое время залечь на дно и не привлекать к себе внимания. Согласен. Как же нам избавиться от своей известности? Деньги, друг мой. Не сглупишь и дашь взятку нужному чиновнику, солдаты оставят тебя в покое. Верно, так и сделаем. Познакомлюсь с этими добрыми самаритянами. Мудро, друг. Счастливо! Приятно было иметь дело! ¿Necesita ayuda, caballero? Браво, Кенвей! Ты создан для нашего дела! Что по сердцу, то не в тягость. Вздор. Но это не навсегда. Я только хочу накопить золото на землю и на титул. Боже, да сам себя послушай! Все грезишь о своей красотке в Англии, а тут любую выбирай. Прибежит, только помани! Достойные цели, господа! А ведь я вроде как среди отпетых негодяев. Отличная сделка. А что команда? Команда ликует. Поговаривают о встрече с мастером Кидом, чтобы ограбить плантацию. Плантацию? Как смело. И выгодно, если получится. Да. Это идея.